Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Лёфлер поделился ожиданиями от предстоящего боя украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа. «Это часть ответственности, которая ложится на чемпиона мира, тебе нужно драться везде». Владимир дрался по всему миру. Он дрался с Поветкиным в Москве. Он проводил свои бои в Америке уже много раз, так что он уже привык к боям на вражеских территориях. Думаю, это добавит ему еще больше мотивации для лучшего выступления на ринге. Мы уверены в его способностях. Сегодня вопрос лежит в противопоставлении опыта Кличко возрасту Джошуа. Владимир впервые за последние полтора года выходит на ринг. Ему исполнился 41 год. Как он выступит против Джошуа, который не выступал на уровне, на котором сейчас находится Владимир? Это делает поединок еще более интригующим, и потребует огромных усилий от Джошуа. Вопрос лишь в том, немного ли он берет на себя, если сравнивать с предыдущими соперниками, которые у него были, сказал Лёфлер. Бой Кличко, Джошуа состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне 30 апреля в 3 часа по астанинскому времени. На кону будут стоять титулы WBA Super, IBF и вакантный пояс IBO в супертяжелом весе.